Привет, стримаши. Вот хочу показать очередную тупость. Давным-давно еще смотрел какой-то ролик. Там говорили, что нужно дорожки делать, где люди ходят. Ну, потом. Сначала люди протоптали, потом где люди. Видите, они засыпают, чиновники тупорылые. А люди все равно будут ходить. Они привезли землю, заплатили кучу денег каким-то работникам, которые все это раскладывали, тоже заплатили. То есть видите, кто руководит всеми процессами, полные дебилы. Ну и люди тоже нифига не понимают, даже вот насчет дорожек. Хотя 1000 лет назад известно, где вот люди протоптали, там и надо делать, благоустраивать дорожки. На этом все, стримаши. Так что не надейтесь ни на чиновников, ни на новых начальников, ни на навальницев, которые такие же путинцы, такое же барахло. Всем пока, стримаши.